Здравствуйте. Здравствуйте, капитан команды Тоттенхэм. Эдиктор на коня. Расскажи, пожалуйста, об игре, впечатления. Об игре? В принципе, играли неплохо, вопросов в команде нет. Выкладывались, отдавались полностью. Соперники тоже были хороши. Единственная просьба, вот, если кто смотрит там команды, пацаны, люди. Если есть свободные вратари, команда Тоттенхэм приглашает вратаря. Можно не одного, можно два. Мы играем вот сколько игр, 5-6 игра у нас без вратаря. Поэтому у нас не получается. Если кто-то есть желающий, пишите, Эдиктор на коня, найдете меня везде. Бля, буду рад. Извините за вас. Да ничего страшного. Может, о ходе игры, какие были ожидания? Да, ожидания. Если был бы вратарь, ожидания только на победу. Но так, без вратаря. Хотели тоже ничью вырвать, но тоже не получилось. Что сказать? Как оцениваете соперника? Соперник хорош был. Играет интересно. Контратакующий. Жмет, быстро бегает. Бегущий. Как судейство вам? Судейство нет вопросов. Карену, кому Карену вопросов вообще никогда еще не было. Были вопросы к другим, но Карену нет вопросов. Карен хорош.